синтезатор есть. Так вроде не подрагивает. Просто на N8 я снимал, снимает очень хорошо. На ходу, например. Вот реально. На Windows Phone такой же телефон будет, да? Ну, до анонса мы какой цене не рассказываем. Ну как? Каких-то слухов. Вроде анонсировали же уже. Нет официальных никаких коммуникаций насчет. Мы обещали до конца года выпустить Windows Phone, начать продажи его. А также, возможно, и там даже анонсируем не один, но пока официальных сроков. Дат выхода чего-то еще не было. Как переносить с другого телефона, кстати? Он умеет переносить контакты с любого телефона, с любой платформы, с через iPhone, с Android устройств. По Bluetooth? Да. Плюс он умеет быстро, ну, быстро можно перейти. Плюс у него еще и с карточкой микросим. То есть если у кого-то уже есть микросим, то можно будет ставить. Если нет, то можно поменять у оператора сим-карту. Все сообщения приходят в один интерфейс, как это было похоже на реализованное N900. То есть все сообщения в Facebook, какие-то сообщения из Skype, все выглядит максимально понятно, не нужно перемещаться по меню в поисках. А видеосвязь когда появится? Ну, я думаю, чуть позже, на момент обновления. Ну, к продаже появится или не факт? Я думаю, что нет пока. Эти игрушки будут предустановлены сразу же. Громкий или средний? С точки зрения звонка, чуть выше среднего, я бы сказал. Но он не позиционируется как непосредственно тот медиа-аппарат, да? Просто как... На самом деле, вот лично мне он показался просто очень качественным пользовательским гаджетом карманным. Ну, мы его позиционируем как такое стильное, модное, очень-очень удобное, да, и приятное устройство с этим жестом слайд, который позволяет на лицевой стороне же нет совсем клавиш, то есть все управление осуществляется именно вот этим пролистыванием. Но это очень завораживает, то есть через какое-то время хочется постоянно как-то. Не, ну и на самом деле, да, это и удобно, и просто. Что-то я хотел сделать. Если зайти в учетные записи, то можно посмотреть, сколько всего может быть настроено и подключено, то есть и в базе просто изначально, mm-hmm. плюс то, что потом впоследствии уже добавится. То есть, ну, в сущности, все самое. Разве что ВКонтакте нет. ВКонтакте будет в отдельном приложении, если. Mm-hmm. Ну, как и в N900. Выгорит. А вот, например, касаемо Facebook. Facebook у нас видеочат завел. Ну, на данный момент нет. Здесь базовые возможности, включающие там просмотр фотографий, ответов на всякие сообщения, постов и так далее, новости. Ну, все, что доступно на ПК, за исключением вот, видеовозможностей. То есть камера по вот это вот... Только для совершения видеозвонков в сетях третьего поколения, на данный момент. Но, как я уже сказал, в перспективе, поскольку это открытая платформа, то есть никто не запрещает создавать сюда дополнительные приложения. Плюс устройство, в принципе, можно перевести в режим разработчика. То есть по умолчанию он, разумеется, выключен, чтобы не пугать обычных покупателей, необычных людей. Но при желании, если кому-то хочется создавать на нем код или там поковыряться в терминале, то тут можно включить через разработчика. Через параметры? Да, в защите. Там есть такая функция включить режим разработчика. Он
Единственное, попросит подключиться к интернету. Вот. Мы не подключены, да? Мы переписка. И что произойдет? Загружает небольшой пакет, и дальше появляется терминал. А, здесь просто нету терминала, понятно. И всякие такие штуки, которые позволяют именно разрабатывать приложение, писать код, работать более глубоко с самим устройством. Так, это понятно. Есть NFC в том числе. Да. Пейринга. Есть. Но в метро можно будет расплачиваться по NFC? Только на данный момент только на спаривание с устройствами, со всякими. То есть без ввода кодов и так далее. Можно будет подключиться к колонке. То есть чуть позже будут у нас устройства, которые... Но это системное ограничение или... Здесь системное, ага. Здесь нет специального. То есть, в принципе, дорабатывать можно до бесконечного. Ну, так, что тут еще есть? Совсем другой интерфейс. Такая наша наработка. Интерфейс очень приятный. Мне кажется, что... К нему... Концепция... Но на самом деле... Да, на самом деле, точно так, как, ну, лично мне очень нравился интерфейс и нравится Маэма 5. Все дико просто, очень удобно. Нажимаешь просто на уголок и переходишь. Потом еще появилась же такая приблюда, которая позволяла делать то же самое. Я не знаю, сейчас. При помощи нажатия вот на эту кнопочку, что вообще стало. Вот очень... Я активно этим приложением тоже. Пользовался, да? Да, ну, причем я увидел сначала это в одном из роликов, ну, явно человек не нажимает сюда, причем вообще ролик был о другом, вот, поэтому ничего об этом не говорилось, вот, ну... Лёжа называлась Камкей, да, что-то там. Ну, не помню уже, как она называется, я последний раз перепрошивался здесь, ну, наверное, месяцев 5-6 назад, и уже... Все поустанавливал. А, чего-то я тут еще хотел спросить. Память встроенная в них будет 30 в перспективе. Только в черном будет 64. Будет, да? Отдельно будет черный, синий, такой циан и маджента, как они будут называться, там и розовый такой. Они будут по 16 гигабайт и будет отдельно черная версия с 64 гигабайтами памяти. А правда ли, что вот здесь вот 512 оперативки? А почему так? Типа разработчикам для нефть? Разработчиков это более необходимо клавиатуры, какие-то хардверные возможности, чем... А подсветка клавиатур есть? Нет. Нету, да? Ну, короче, оно такое аскетичное, хотя по эргономике тоже. Но очень приятно, здесь очень хороший материал, но поскольку его выпускали в итоге для разработчиков, поэтому, может быть, чуть меньше внимания уделено там, каким-то деталям, хотя он, безусловно, очень. Здесь дисплей TFT, здесь OLED. Но емкостный тоже. Да, тоже выключился. Да. Покажу, как они все работают. Протирается легко. Дисплей, да, очень у нас популярен в последнее время. С проигрыванием видео это тоже работает? Да. Причем, если две такие колонки, то одна находит вторую.
left channel, right channel, и все, и стерео режим. Оно 360, грубо. Такие колонки будут черные, серебристые, синие. Ну, так же выставлены соединиться. Вообще отлично. И также будет удобно в автомобиле, гарнитурить на автомобиле с поддержкой NFC тоже у нас там планируется. В случае ввода кода, как в обычной сейчас жизни, то есть код вводить не нужно, просто прикосновение не нужно. Здесь это тоже есть? Нет. Нету. Разработчиков нет. Форм-фактор хороший и эргономика очень хорошая в этой штуке. Но более не форм-фактор. Материал, он то естораким софт-тач тоже покрытием. Ну и что? Ну он простенький, но... Не, он приятный тоже. Очень приятный. А вот эти вот штучки, они, ну, не знаю. Это цельный кусок поликарбоната, из него вырабатывается вот такая форма. То есть, почему он не крашен? То есть, это вот в цвете пластика, поэтому не облезет, даже если царапина, не будет заметно, что же будет покрытием, если как обычная пара. Так, а к интернету мы не подключились ни на одном? Или на этом подключились? Просто браузер глянуть. Браузер с технологией сейчас у нас тут хитрая. Ну, браузер WN900 был отличнейший. Было. Просто отличнейший. Это мы сейчас дождемся, когда он найдет сетку. Помолчание, кстати, можно один из поисковиков при первом включении аппарата. Россия предлагает. Хорошая рубрика об изделии. А, насколько я понимаю, есть какие-то варианты с оформлением интерфейса, да, типа с темами. Потому что я видел вот телефонный интерфейс не черный, а белый, грубо говоря. А это режим, скорее всего. Вот так. Это там, похоже, калькулятор не знаю. Понятно. А, да. Все. Но в целом, как и поскольку, опять же, платформа позволяет много чего сделать, и системное оформление, и с изменением каких-то деталей интерфейса, поэтому как только он будет доступен, и учитывая, что, опять же, устройство для разработчиков уже сейчас там, те, кто его запросил, получают, соответственно, будут появляться темы оформления. Скажи, пожалуйста, а насколько массовым он планируется? Ну, если говорить про какие-то ограничения, то у нас нет особенных каких-то прям ограничений. То есть это устройство будет доступно. То есть, ну, грубо говоря, вы... Без значимых ограничений. Да, вы хотите на нем сделать деньги. Ну, да, сколько мы... Но... Добровольная организация. Нет, ну, там, 950 же сделали ограниченным тиражом специально такой. Ну, имеет какое-то количество, да, для того, чтобы просто разработчики могли получить. То есть он не будет коммерческим аппаратом. В принципе, можно попробовать зайти в интернет. Так. Это браузер с поддержкой технологии WebKit. Соответственно, здесь можно перейти на страницу. Ну, не знаю, на какую. Все в русском. Да. Тут строка работает, как поисковик? Давай.
на Коммерсант перейти. Яндекс не откроет. Flash в браузере не поддерживает, но поддерживает HTML 5. Ну, Flash уже, по-моему, толком-то нигде особо и не используется. Грузится. Но там может быть реклама на самом деле. Wi-Fi тут не быстро. Так. Поделиться страницей, что он